As they took from us those we loved, they thought they would get away with it. But they were wrong. I am the fear swirling through the dark alleys of this lost city. I will make them afraid of their own shadows. I will make them suffer. Друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен, и сегодня мы с вами начнем прохождение шестой части «За гранью жестокости», называется она «Тайные грехи». И перед тем, как мы приступим, я хотел бы ознакомиться с ачивками. Ой. Так. Пропустить головоломку. Никогда так не делаю. А что такое детектив? Еще и исследователь. Хм. Весьма необычные здесь. Ну, мне кажется, друзья, что здесь ачивки, они, видимо, идут... сюжетный по большей части. Короче, вы знаете, очень неудобно их смотреть. Я даже не буду этим заниматься. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте выберем, наверное, простой уровень. Мне кажется, не было ни в одной игре, если мне память не изменяет, каких-то условий по ачивкам, именно связанных с уровнем сложности. Поэтому выберем простой. Вообще довольно интересный персонаж, который совершает эти самоубийства, но мне кажется, он делает это не на каком-то, знаете, там, это не псих. Уважаемый детектив, моя жена похищена. Мы нашли список людей, которые будут убиты в ближайшее время. Мстителя необходимо остановить. Я прошу вас расследовать это дело. На карту поставлено благополучие нашего города. Я буду ждать вас в установленном месте сегодня вечером. Айзек Морель, мэр Колдстоуна. Чем-то Лондон напоминает. Это брусчатка вот эта вот. Экипажи такие. Нет, помощь мне не нужна. Hello, detective. I'm Isaac Murrell, the mayor of this town, and I'm very glad to see you. I've got an urgent matter to discuss with you. Что вы имеете в виду под словом «секретное»? Расскажите мне, что произошло. My beloved wife, Lisbeth, has been kidnapped, and whoever took her left this. It's a who's who list for this town, including Lisbeth and me. But I think it's meant to be a blacklist. You've got to solve this case before anyone else on this list is hurt. Thank you, detective. I'll be waiting for you at home in the nobility district. Make haste. Так, друзья, у меня сразу такие вопросы возникают. Во-первых, если вы помните вообще серию вот эту Grim Facade. Вот, убийца всегда был на виду, либо из персонажей, которые часто упоминают. В данном случае, вот если тут пока, по крайней мере, кроме детектива, у нас два персонажа фактически, один видимый, другой невидимый, то потенциальный убийца, возможно, жена. Знаете, почему я так думаю? Без какой-то даже дальнейшей игры, потому что всех убивали, а ее похитили. Ну, это нелогично. Почему это она в чем-то особенная какая-то? Или зачем
оставлять убийце какой-то список. Ага. Согласно религии Вуду, колдун Бакор может украсть душу человека. Однако к колдунам обращаются за помощью в лечении болезни. Так, что тут еще? Может, еще есть какие-нибудь призрачные предметы? Нет? Ладно, давайте играть. То есть, и второй вопрос, который меня волнует. Наш герой девушка или мужчина? Я помню, в одной части я очень сильно удивился, когда узнал, что у нас девушка главный герой, а не мужчина. Как это принято думать, по крайней мере, с моей стороны. Перчатка. Так, значит, сюда. Sorry, you can't go any further. There's a curfew in effect. Почему введен комендантский час? Some masked avenger has been kidnapping people, setting fires all over the city. It's mayhem. Как мне попасть в город? The judge could give you an exemption and grant you a pass. His office is there, to the right of the gate. But I don't think he's in today. Хорошо. Гусеница, тут что-то надо сделать. Сумочка. В пещерах возле Колстоуна обнаружены уникальные кристаллы. Кристаллы аккумулируют статическое электричество из воздуха. Жители Колстоуна — это настоящий прогресс, однако весьма дорогостоящий. Поэтому кристаллы пока находятся только в домах богатых горожан и не скоро появятся у обычных обывателей или жителей. Ученые работают над тем, чтобы этот источник энергии стал доступен и простым людям. Надеемся, уникальные кристаллы вскоре осветят и обогреют все дома нашего великолепного города. Ага, ну вот, где власть дедушки может пилить. Так, сцена поиска. Двенадцать летучих мышей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, все правильно. То я сначала подумал, засомневался. Вампиры-то боятся чеснока. Хотя в одних фильмах показывают так, в других эдак. Сомневаюсь, что есть какие-то настоящие... так, летучая мышь. Стойте. Вот она. Настоящие вампиры. Хотя, друзья, есть такая болезнь. Доказанная, кстати, наукой, что есть люди, которые действительно могут пить кровь, не только человеческую, но просто даже животную, и это вполне как бы достоверный факт. И у них даже наблюдается, там, в принципе, это доказано тоже научным путем, у них немножко лисы такие более страшные, что ли. То есть вполне можно обвинить их, что это вампиры, которые по ночам выпивают кровь. А туман у тебя такой нехиленький был. Опять игрушки какие-то. О, как я люблю. Смотрите, как интересно. Это простой. А чем отличается сложный? Ага, видите? Здесь подсвечена часть, а здесь одинаковые не подсвечены. Все понятно. Давайте пробовать.
нет, куда это я что-то не то делаю. Прям. Соберу-ка я вот эту пока. А, она еще располагается не шибко удобно. Так. А как с тобой быть? И не ты следующая же идешь. Нет, ты все нормально. А ты последняя получается. Вот и замечательно. И еще лучше. Ничего-то мне не нравится все равно. Так. Хорошо. Где-то 3, а где-то аж 4 кубика идет. Ну, что-то все страшно как-то. Ух, ну сложный, да, немножко сложнее, видимо. Но не настолько, чтобы уже аж просто... Так, символ. Деревянный символ. Котик хочет кушать, это явно. Тебе надо щипцы, леска. Так. Тут какой-то череп нужен. Сюда что-то закинуть надо. Здесь надо фигурки. О! Сейчас там рыбочку-то и выловим. Наверное. Так, а потом червячка. А теперь идем ловить. Рыбку котику. Сама себя проткнула. Так, вода еще надо будет. Холодная вода. Что еще тут у тебя? Или там пусто? Так, опять сцена поиска. Отмечаем тот факт, что повторяется поиск. То есть сцены... Ух ты, а это поиск интересный. Мои самые вот эти любимые вот такие вот... Где... Надо логически применять предметы. Больше всего это люблю в сценах поиска. Опс, глаз. А, ну глаз циклопа, наверное, да. Здесь челюсть. Нимб ангелу. Деревянный протез пирату. Резинка, рогатка. И хвост. Ну, это павлин должен быть. Часть ключа. Только часть. Ага, как все получается замечательно. Ага, щипцы, чтобы охладить, видимо. Холодная вода там, где рыба плавала. В принципе, пока все логично. Так, тут еще осталось одно место. Кстати, здесь никакие маски не смотрел. Вроде бы тут пусто. Пусто, да. Опять этот кот здесь. Ух ты. С
судье Вайтону за его заслуги перед городом. Уверен, что там что-то мало каких-то заслуг. Коррупция, бюрократия. Так, гирька еще надо. Острый осколок. Книжки не берутся, надо. Эмида, богиня справедливости. Вот, это же египетский бог. По легенде, маска Анубиса плакала золотыми слезами на похоронах фараона. О как. Используйте устройство, чтобы собрать фрагменты воспоминаний. Соберите все фрагменты, и вам откроется прошлое. Разрешение на въезд в Колдстоун. О, то, что, кстати, мне надо. Ага, монетки начали собирать. Как вы помните, друзья, в этой серии есть такая фишечка. Тут поколение торговцев, которые нам продают полезные товары. И мы их периодически собираем. Текс. Что здесь? Плитки с голубем должны находиться в центре. С помощью кнопок поставьте плитки в правильные места. Гиря. Так, это устройство было обнаружено в доме Альберта Роуди, ученого. Кристаллы могут хранить память о происходящем, и устройство позволяет считать эту информацию. Может, считывать? Считать. Может быть и так. Устройство нужно разобрать. Никто не должен ничего узнать. Не подведите меня, ваша честь. И не забывайте, кто вам назначил на эту должность. Ну, понятно, какие-то темные делишки назначает, ну, мэр, наверное. Кто еще? Прокурор какой-то еще может быть. Стрелки часов. Наверное, не эти часы. Так, гирьки у нас были здесь. Монетки, железный орел. Ага, еще у нас черепочек. Сломанная брошь, ручка и курка вора. Печати не хватает. Знаете, мне не хватает здесь дневника. Вот это совершенно точно. Как-то... Вот выйду я из игры и там 3 дня не поиграю. Я же какие-то детали подзабываю. Поменяйте местами воров и охранников. Сложного. Так. Что это такое? Сканируйте локацию устройством, чтобы отыскать фрагменты воспоминаний. Нажмите на устройство, когда увидите фрагмент в центре окуляра. Ага, прикольно, они еще двигаются. Оп, какой-то след только что был. Фигуру непонятно, женская это или мужская. Год назад. I'm just asking you to do what you're supposed to do, Your Honor. Make sure he dies. Here, I think this will be more than enough compensation for your efforts. Ensure the jury passes the right sentence. Albert Rowdy, you've been found guilty of the murder of Mayor Coldstone. You are hereby sentenced to execution by hanging. But I didn't do it. The shot came from a crossbow I made, sure, but I didn't shoot him. Someone else did. You're wrong. It wasn't me. The jury's judgment was unanimous. That's enough. Take him away. This is an injustice. I'm innocent. В
Чего-то глаза загорелись у этого товарища. Вот есть еще один возможный убийца, а почему бы не оживший ученый, который на самом деле не погиб, но это уже как-то мертв, наверное. Guilty. Вот так вот, как ты и хотел. Казнен. Печать судьи. Да уж. Where's your pass? Everything checks out. You may proceed. Стоп. Жестко, я слушайте, я даже не показал, что там кто-то убит. Прикольно. Легкая походка. Хрупкое тело, изящное. Это может быть девушка, вполне даже. Which could be a good thing or a bad thing. Вот так, друзья, я умер. Такого ни разу не было, ни в одной из частей Гримфа Кей до этого, чтобы погибал наш герой. Да и вообще это редко встречается. Ну, если это встречается, то это обычно к концу игры, когда все уже там... Точнее, мы узнаем, что мы умерли только к концу игры. Мы можем в роли призрака какую-то часть играть. Интересно. Чистилище какое-нибудь. Точно. Or the spirit realm, if you prefer. What difference does it make? You might think of me as your second chance, detective. You see, I've got 9 lives. 9. And I'm going to give one to you. It's not like I'm using it for anything. I'm afraid not, detective. I guess you could say I find you entertaining. I'm keen to see what happens to you next. And if I were a wagering cat, I'd bet on your success. Не измерив, не узнаешь, но не зная, ощущаешь, а порою убиваешь. Время. Ночью все берет он в плен без замков, окон и стен, а когда уходит ночь, убегает тут же прочь. Ну, мрак. Пашет землю трактор без колес, для него горючее овес. Лошадь.
Are you okay? You're very lucky. You survived a terrible explosion. Let me know if you need anything, and I'll help you out. Ну, это же за ачивка такая. Вы все за справедливость, независимо от того, на чьей стороне находитесь. Мне, наверное, надо было рассказать про убийство. Из-за многочисленных случаев заболевания цингой в некоторых районах города введен карантин, поэтому мосты будут подняты до дальнейших распоряжений. It's good to see you again. The man in the mask, the one who tossed the bomb at you, he raised the bridge from the other side. You can start by replacing all the gears. Here's the first. Why, of course. But times are hard, Detective, so I can't just give it to you. I'd play you for it if I had my lucky clover, but I can't play without that good luck charm. I'm not sure, but you might try Lou's Tavern. The name's Jim. I've lived here all my life. And this here is Mr. Jinx, my friend and business partner. Not much, I'm afraid. They're as valuable as the mayor's house, and just one can power a whole train. But I've never had one myself. Are you talking about Mr. Jinx? Why, he's no rat. He's a gentleman, and they wear hats. He could help you too, you know, but he doesn't work for free either. Mm-hmm. Надо клевер, надо кораблик, столько всего надо, а у меня ничегошеньки нет. Ключ. За любую информацию, способствующую аресту и суду над мстителем, щедрое вознаграждение. Глаз рыбы. Help me! Что-то прям как в фильме «Пила». My head. My hands are bound to it. If I relax my hands, the crossbow on the table will shoot. I can't hold on much longer. Переместите 4 фишки в центр при помощи пронумерованных кнопок. Угу. You detective, I don't know how much longer I would have lasted. It was that blasted Avenger. He poisoned me with gas. I couldn't fight him.
As far as I can tell, he's some kind of vigilante. I haven't always made the right choices, you see. I think he was trying to punish me. I'm a former Navy sailor. We've all got him, to remember who we are. Yeah, it's best you look at the evidence. There's a secret hiding place in the statue in the street. Use this to open it. Yes, I have, Detective. I've done my share of killing. Mm-hmm. It's something you never forget. Matter of fact, I do. Not sure where, though. Have a look yourself. I have an inkling, but I don't know how that one could have survived. Unless Davy Jones himself brought him back. His name is... Но если он не врал, и он сказал ему, значит, моя теория не верна, получается. Хотя, с другой стороны, заметьте, опять же, всех убивает же, никого не жалеет, а у нас случай совсем обратный. Что это такое было? Викинги признавали только силу и ценили оружие и военное искусство. Шлемы надевали знатные особы. Только что видели, где был? Где-то спрятан, вообще непонятно где даже. Так, избавимся от одной головы. Меньше предметов, меньше проблем. You pay for. You only have one shot to take him down. Coldstone residents, we are entering the new era. Soon, in every underprivileged household, there will be a source of enormous energy. Да, я как-то, друзья, рассказывал, что происходит в современном мире. Если вы немножко увлекаетесь вообще какими-то научными... Вообще просто наукой увлекаетесь, вы, наверное, знаете, что сейчас очень много ученых старается найти новый источник энергии, потому что наша нефть, сами понимаете, она не очень... положительно сказывается на нашей вообще вот матушке Земле, на ее атмосфере, всем остальном, тем более нефть. Я не помню какому году, но есть прогнозы, что закончится, ну вот эти жилы основные на Персидском заливе, где там еще в Карибском, по-моему, бассейне, да и в России тоже там, где сейчас добывается, они тоже закончится. Есть, да, есть, останутся еще, как говорится, новые какие-то, возможно, идут месторождения, но их уже добывать будет очень и очень невыгодно, и цена будет сумасшедшая просто. Поэтому ищут новые источники энергии, но есть такая теория, я не знаю, я, в принципе, ее озвучу, и я частично с ней согласен, такое часто практиковалось и раньше. Вот, что... Некоторые ученые предлагали, в России в частности, и в Соединенных Штатах Америки, предлагали новые источники энергии, но они
погибали случайным образом. То машина собьет, то вообще там, допустим, семейная пара занималась, и там с окна там, допустим, или сгорят, или с окна выбросится. То есть все это списывается на несчастные случаи, но почему-то погибают очень часто именно вот эти молодые ученые, которые что-то якобы по слухам то ли нашли, то ли не нашли. Я сейчас не буду называть имен, но суть такова, что, возможно, наши миллиардеры, миллионеры, вот, владея своими вот этими нефтедолларами, им просто невыгодно, чтобы появился какой-то новый вид источника энергии, потому что, соответственно, нефть очень быстро обесценится, и они потеряют большую часть своих денег. Хотя, я считаю, эти люди и так уже заработали себе и на внуков, и вложили они явно не только в нефть, но и в какие-то другие прочие компании. В общем, с этой точки зрения, в принципе, у них нет таких ярких мотивов. То есть, но такие случайности у молодых ученых, вы знаете, это не очень хорошо, но это все только теория. Давайте продолжать. Величайший ум Колдстоуна замешан в преступлении. Ученый Альберт Роуди, посвятивший много лет изучению возможности удешевления энергии и исследовавший таинственные пещеры рядом с Колдстоуном, обвиняется в убийстве мэра Тома Старка. Очевидным мотивом подозреваемого было желание заставить мэра не объявлять о революционных технологиях энергетики, разработанных Роуди. Заявленным орудием убийство оказалась еще одна разработка Роуди – оптический арбалет. Ученый заявил о своей невиновности, но полиция и представители прокуратуры выразили уверенность, что доказательства причастности Роуди было убедительными, будет убедительными. Говорят, у каждого гения есть своя темная сторона. Подставили пацана. Побоялись чего-то, видите, не знаю, в принципе, какая выгода у местных государственных деятелей. Чтобы народу не давать это, я, честно, не знаю. Здесь получается ачивка двойная идет. Либо делаем, говорим ему про труп, либо не говорим, а в итоге получаем только одну из двух ачивок. То есть тут подвох. Клемера так у меня и нет. Здесь крыска надо определенно. А тут все. Значит, нам осталось только здесь что-то найти. Ничего-то больше и нету вроде как. А у меня сыр есть, может он за сыр поработает со мной. Я не успел посмотреть, вы чего? Я не запомнил. Что-то спать уже хочется. Еще и на сложном играем. Круто.
нож. Шестерня. Из левой в правую. Вы знаете что, друзья, давайте на этом моменте на сегодня остановимся. Вот такое у нас получилось приключение. Вы знаете, все довольно интересно. На мой взгляд, пока есть определенные вопросы. Мы не знаем, кто убийца. И мотивы преступников, этих заговорщиков, в принципе, тоже пока не ясны. Зачем они убирали, вы понимаете, что я имею в виду под этим словом, вот этих вот людей, которые связаны с находкой этого самого кристалла непонятного. Ну и то преступник, все-таки я буду поддерживаться своего мнения, что это девушка, жена похищенная, потому что я сказал, почему я так считаю в самом начале видео. Ну, возможно, я ошибаюсь. Но, как правило, повторюсь, в этой серии всегда преступник на виду. То есть мы с ним общались, разговаривали. То есть вот моя теория, если следовать этой логике, она неверна получается. Но я рискну. Спасибо большое вам за просмотр. Если вас заинтересовала игра и вам не терпится самостоятельно узнать, кто же в действительности преступник, то ссылочка находится под видео. А на этом у нас все. Всем пока-пока и до новых встреч.